Сейчас открыто и нагло заявляет о себе
и всюду господствует в мире, в серебролюбии и сластолюбии, главных проявлениях себелюбия. В культе денег, разврата и гордыни, насаждаемых всего. Если есть в нашем сердце скрытое, не житая до конца любовь к мамоне, или похоть, или самоутверждение, с которым мы не хотим расстаться, мы в какой-то степени, страшно сказать, тоже участвуем в строительстве Вавилонской башни. Эта башня, порой кажется, достигает неба. Однако становится все очевиднее и очевиднее, чем когда-либо. Строители говорят друг другу, но уже не понимают друг друга, как во всем мире. Эта башня рушится на глазах. И не только Россия, на которую сейчас все восстают, погибнет под обломками этой башни. Дело обстоит куда серьезнее. Весь мир погибнет под обломками этой Вавилонской башни, если не будет покаяния. Чтобы приготовить пути Господу Духу Святому, прямым и сделать стези Его, мы без лукавства должны увидеть в себе малейшее присутствие, прежде всего, именно этих грехов. Только до конца освободившись от них и исполнившись решимости противостоять злу в мире Господом, благодатью Его председателю. Подлинное покаяние означает также полное изменение нашей личной и церковной жизни. Кто хочет стать причастником Духа Святого, ощутить Его дивное присутствие, должен перестать плыть по течению и повернуться в противоположную сторону на 180 градусов. В сторону ветра жизни Пятидесятницы, в направлении, куда дует Дух Святой. Куда, в какую сторону он дует? Дух Святой, как ветер, не знаешь, откуда приходит и куда уходит, говорит Господь. Однако плоды Духа известны. Любовь, радость, мир, кротость, воздержание, милосердие, вера. Те, кто Христова плоть свою распяшет со страстьми и похотьми. Будем идти туда, куда указывает нам путь эти маяки, к целостной жизни, разбитой грехом, к единению со всеми живущими во Христе и со всеми от века Господа Божьего, со всем святым человечеством, которое едино от того, что свято, и в котором без святости, как сказал древний философ, идет непрекращающаяся и нарастающая война всех против всех. Да дарует нам Господь осознать боль разделения друг с другом. Она ранит Христа. Не забудем, что происходит с человечеством. И не забудем о том, что все это зависит прежде всего от Церкви. Только она одна свята, потому что Дух Святой пребывает в ней. Исповедуя единство соборности апостольства Церкви, в день ее рождения будем помнить, что она свята. Мы непрестанно забываем, что должны быть святыми во
слышите или нет, все стоящие, как и вечно, здесь в храме, что ты должен быть святым, святой, поскольку нам дан Дух Святой, и мы наслаждаемся утешением Святого Духа, и всеми дарами Христовой Церкви мы причащаемся тело и кровь Христова. Пусть утешение, идущее от утешителя, единственный вечный путь, который Христос дает нам Церкви, станет нашим. Наша жизнь должна становиться, если можно так сказать, утешителем, чтобы это могло ощущаться нами и всеми. Без святости ничто не имеет плода, и Церковь не имеет смысла. Дай Бог нам сегодня по-настоящему глубоко пережить, что